Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Третий город, в котором я, приезжаю, потому что у нас мы не на весь маршрут, какая-то часть ребят и мастеров в ГИКа, первую половину, вторую, значит, другая часть. И я был в Иркутске, в Улан-Удэ, и теперь вот ваша чита, которая оказалась так далеко. Я много ездил по стране, но, честно говоря, впечатление ошеломляющее. От этих пространств, от этих вот каких-то гигантских территорий можно понять недругов России, которым не спится спокойно от мысли, что мы обладаем такой колоссальной территорией. Ну и лишний раз убеждаешься в том, что ее надо крепко защищать. В этот прекрасный год, юбилейный год для госкиношколы, старейшей школы в мире, в год культуры, вы организовали прекрасную акцию «Кинопоезд ГИК-95». И огромные слова благодарности организаторам за то, что они проложили путь, в том числе и через наш Забайкальский край. Для жителей города, для жителей Забайкальского края, для творческой молодежи это еще одна возможность прикоснуться к прекрасному киноискусству. Мы вот приехали показать вам, как в ГИКе готовят актеров, студентов, режиссеров. Но в общем вам нечего показывать, как я понял. Петь, плясать вы умеете, вы очень неплохо. Вот, поэтому я очень рад, пока что от Читы впечатление какой-то гигантской удаленности, но не пугающей, а какой-то вызывающей безумное волнение и чувство гордости, не скрою, за наших предков, которые освоили такую часть планеты Земля. И, в общем, я думаю, что мы реализуем это чувство в полной мере. Я желаю всем читинцам процветания, доброго здоровья. Земля у вас потрясающей красоты. Сейчас лиственные деревья сбросили листву, и поэтому пейзаж стал прозрачнее, и дальше видно. Колоссальные какие-то реки, речки, озера, старицы, какие-то невероятные красоты пейзажи. И вот, наконец, мы приехали. Здравствуйте, дорогие читинцы!